С вами Ольга Джерл и Amazing Russian. Здравствуйте! Это календарь. В календаре есть дни, день – дни, недели, неделя – недели, месяцы, месяц – месяцы и год. Сейчас 2024 год. Год – это 12 месяцев. Сегодня поговорим о месяцах года. В году 12 месяцев. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. The names of the months ending in мягкий знак are masculine nouns. Январь, февраль, апрель, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Unlike in English, the names of the months are not capitalized in Russian. To indicate in a certain month, Russian uses the prepositional case with the preposition «в». Какой месяц? Март. В каком месяце? Когда? В марте. Апрель. В апреле. Май. В мае. Июнь. В июне, июль, в июле, август, в августе. In the winter and fall months, the stress shifts from the stem to the end of the word. Декабрь, в декабре, январь, в январе, февраль, в феврале, сентябрь, в сентябре, октябрь, в октябре, ноябрь, в ноябре. В каком месяце ты родилась? В июне. А ты? А я в апреле. В каком месяце у тебя день рождения? В октябре. А у тебя? А у меня в марте. В каком месяце Рождество? В Америке в декабре, а в России в январе. Когда у вас начинается учебный год? В августе. А у вас? А у нас в сентябре. В каком месяце Новый год? По календарю Новый год начинается в январе, и мы празднуем его в январе. Но в Китае, например,
празднуют Новый год в феврале. В Иране, Казахстане, Киргизии в марте. В Израиле в сентябре или октябре. В Таиланде в апреле. А в Индии несколько раз в год. На юге в марте, на севере в апреле, на западе в октябре, а на юго-западе Индии в июле или августе. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели это видео. До следующего раза!